Разделяй и сортируй. С 1 августа в Нижегородской области стартовал первый этап внедрения раздельного сбора мусора. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По всей области будет организован отдельный вывоз пластика. Для этого в дворах будут постепенно появляться желтые сетчатые контейнеры. Для начала закупят порядка 900 штук. Между тем, некоторые нижегородцы уже давно сами пришли к такому способу обращения с отходами. Я беру контейнер там, через плечо или так его несу в пункт приема, на автобусе еду. Когда прихожу в пункт приема, бутылки первой категории полипропилен даю в один контейнер, крышки и бутылки из-под химии сдаю в другой контейнер, потому что это второй категории пластик. Стекло сдаю в третий контейнер, алюминий сдаю в четвертый. Соответственно, макулатура у нас тоже хранится за холодильником. Это я сдаю в пятый контейнер. И вот это взвешивается в пунктах приема. Какие-то там небольшие деньги мне за это дают. Огрызочки яблок высушиваются. Потом мы это дело как угощение даем нашему зверьку. Она с удовольствием ест. Для зверька это деликатес, а для нас это сокращение отходов. Если каждый из нас будет на треть меньше выбрасывать, это на треть меньше будет объем полигона. Такое вот примерно ведро мы выбрасываем 2-3 раза в месяц. Мне захотелось что-то сделать. Соответственно, вот мы решили сдавать сначала макулатуру. Начали с одного маленького простого шага. Поняли, что это не так сложно. Если бы у нас был контейнер для раздельного сбора, можно было бы организовать перерасчет и меньшую сумму платить. С удовольствием будем раздельно кидать. Потому наши что дети уже внуки пускай живут чисто. Да, уже везде такой порядок есть, и мы очень рады, что нам такое сделали. Будет, наверное, удобнее перерабатывать это все. Чистота будет у нас, может быть. Я давно-давно хотела, чтобы у нас стоял такой контейнер. Угу. Потому что пластика очень много у всех отходов. Пластиковый выкинул отдельно, а уже пакет с мусором отдельно. Отдельные контейнеры нужно в каждый двор. Заботиться о природе и, главное, приучать детей. Наше поколение, может быть, еще сложно этим будет, но мы воспитываем новое поколение, чтобы они с самого детства приучались. Силами регионального оператора сейчас по городу установлено порядка 900 желтых контейнеров сеток для сбора вторсырья. И основная задача все-таки жителей именно отбирать этот пластик, чтобы он поступал не в землю, не на полигоны. И все, что вы положите в этот контейнер сетку, будет досортировано, рассортировано, и нужные фракции все будут сданы на переработку. Переход на раздельный сбор отходов – это важный элемент федерального проекта формирования комплексной системы по обращению с твердокоммунальными отходами национального проекта «Экология». Предусмотрено добровольный порядок перехода на раздельный сбор отходов. Это не обязанность жителей, это их право. Соответствующее право они могут реализовать на общих собраниях собственников. И если они приняли такое решение, то они уведомляют домоуправляющую компанию и регионального оператора о принятом решении о переходе на раздельный сбор отходов.